Всем ку. Кукусик, ребят. Так, у меня, как говорится, есть две новости. Одна хорошая, вторая плохая. Первая хорошая новость, это я таки знаю пароль, который от двери, где лежит наш динамит. А плохая заключается в том, что мне нужно найти по сюжету игры конкретно этот пароль. И потому что так оно не открывается. Ну, то есть я вчера в интернете глянул пароль. Посмотрел, думаю, чтобы долго не мучиться, чтобы мы быстро с вами нашли. И может, в принципе, на этом будет сегодня последняя серия по прохождению той игры. Но не тут-то было. Не тут-то было, что я могу сказать. Иди искать этот пароль, я вообще без понятия. Так что давайте ходить, смотреть. Так, пролах, хорошо. Просто в чем проблемка? В том, что у нас заканчивается с вами этот, как его, бензин, топливо. И мы с вами не сможем заправлять наш генератор. А без генератора искать, ну, такое себе. Потому что монстр будет на нас нападать, если не будет света. Так, что это? Что это? Газовая гранатка. Хорошо. Угу, здесь мы с вами были. Блин, я даже не знаю, где искать. Я надеюсь, что оно не там находится, там, где была, это, как его, где был газ, где мы с вами дробовик нашли. Я надеюсь, что оно будет где-то в другом месте. Так, вот оно, эта дверка. Я просто знаю, что пароль там 1373, по-моему, или что-то в этом роде. Но, увы, воспользоваться мы им не можем. Ладно, идемте туда. Поищем его в другом месте. Мне вот интересно, как использовать вот эту бутылку с жидкостью. На какую кнопочку, типа, его можно подпалить? Потому что вот когда я беру зажигалку, оно пропадает. Шум. Так, ладно, давайте смотреть. Ну, по логике, наверное, оно должно находиться где-то здесь, если не ошибаюсь. Может, я ошибаюсь, я не знаю. Где-то должен лежать челик. Где-то должен лежать челик. С паролем. Так, ага, тут ничего нету, тут ничего нету. Здесь, по-моему, тоже ничего. Блин, давайте возьмем, наверное, в руки, даже не знаю, что у нас пехоль. Сколько у нас патронов? Ага, один. Ну, хотя бы один патрошек. Так, что это у нас тут? Это у нас записка. Инженеры проложили туннель через складской участок. Ага. Так, возможно, чтобы сохранить материалы для будущего поколения. Скоро сообщу новую информацию. Спасибо. Говорится, спасибо, пожалуйста. Да, прекращай. Прекращай орать. Понимаешь, это злой и страшный серый волк, но... Говорится, в поросятах я знаю толк. Так, мы тут были? Да, по-моему, были. Что это у нас? Ничего. Главное, тут не пропустить сейчас ни одной комнатки, которую я, возможно, мог и пропустить. Ага, темно. Темно, темно, темно. Блин, можно было бы, конечно, попробовать гамму накрутить. Яркости сюда сделать в самой игре, но я думаю, не будет так атмосферненько, как оно сейчас есть. Так, ну тут нужно пролезть будет. Угу, давайте пролезем. Давайте пролезем и посмотрим, что нас тут ждет. А ничего нас тут не ждет. Так, хорошо, хорошо. Хорошо, давайте посмотрим, не пропустили ли мы тут вообще
Ни одной комнатки ли? По-моему, где-то здесь должна быть комнатка с шкафчиком. Вот она, на которой замочек. Нужно будет перекусить с вами. Ой, по-моему, свет погас, да? И он сейчас на нас бабайка будет нападать. Так, все, давай. Давайте смотреть. В отношении судьбы диверсанта. Ага. Что-то так. На лазу скреслю. Этот туннель покинул группу. Спасибо. Спасибо, пожалуйста. Дайте мне лучше пароль. Прошу простить меня, мой дорогой друг. В моих мыслях царит кошмарная тьма. Угу. Угу. Ну, спасибо, пожалуйста. Что могу сказать? Все, тупик. Ладно. Ладно, дайте мне пехоль в руки. На дробовик не советую брать там, где темно. Все равно, когда ты берешь дробовик в руки и начинаешь стрелять, пропадает, как говорится, фонарик с руки. Он убирается. Так, давайте сюда сходим, посмотрим. Тут мы, по-моему, с вами были. Да, здесь у нас находятся просто бутылочки. Бутылочки пустые. Для коктейлей Молотова. По-моему, они бесполезны. Так, что это у нас тут? Большая аптечка, большая аптечка. И гранатка. Так, ладно, я не знаю, как поджигать коктейль Молотова, так что... Ага, оно даже не разбилось. Так что дом достали в библиотеке. Так, обычная гранатка. Обычная гранатка. Здесь пусто. Здесь пусто. И здесь... А здесь записка. Блин, лучше позвучивали это все. Либо я не знаю. Мне неинтересно читать записки. Вот в чем? Но в хорроре мне явно не хочется читать записку. Так, попробуем перепрыгнуть. Я не знаю. Тут, по-моему, ничего нету у этих крысок. Мы, по-моему, здесь лутали уже. Все. Тихо. По-моему, у этих крысок вообще ничего нету, если я не ошибаюсь. Серьезно? Он где-то рядом? Алло, прекращай. Прекращай баловаться. Это мне вообще не нравится. Так, что мне? Дай сюда гранатку. Крица, дай мне сюда гранатку. Так, ага, топливо, это хорошо, это хорошо. Давайте, наверное, мы с вами выбросим одну гранатку мы выбросим с вами. Не-не-не-не, куда ты, сними, что ты творишь? Кирица, что ты творишь? Так, гранатку на X мы выбрасываем, забираем канистру, чтобы еще выбросить. Чтобы еще выбросить бы нам бы с вами. Так, очередная бесполезная записка. Вы заметили, как в последнее время изменились крысы? С тех пор, как мы раскопали эти туннели. Да-да, согласен. Крыски изменились. Так, что тут? Тряпочка, да? Фотография. Блин, ну мне надо тряпочка и фотография. Мне нужна тряпочка и фотография. Фотография и палочка. Так, давайте, наверное, мы с этим попокамись попрощаемся. И с одной канистрой мы тоже, наверное, покамись попрощаемся. Берем палочку, берем тряпочку, делаем себе вот так. Вот так вот. И забираем одну канистру. Еще одна у нас тут будет. Хорошо. Хорошо. Давайте смотреть.
По-любому мы что-то с вами упускаем. Так, все. Как думаете, этот мешочек его сдержит? Я думаю, да. Так что хорошо. Так. В руки пихаль. В руки пихаль. И пошли дальше. Пошли дальше смотреть. Так, давайте. Сюда. Наверху, по-моему, там ничего нету. Мы с вами сюда подходили, находили. И не помню что, но... Того, чего нам надо, здесь нету, да. Тут трепочка. Угу, бесполезная штука. Ладно. Зачем я сделал себе факел? Просто, возможно, крыски будут грызть нашего челика. Так, тут закрыто. Почему? Потому что тут крыски. Ага. Так, давайте вернемся. Давайте вернемся. Во, мы сюда же можем... Ой, не поверите, я не заметил растяжку. Растяжку я не заметил. Пусть, это хорошо. Берем в руки теперь вот эту вот штуку. Давайте попробуем посмотреть, может там что-то есть интересное. Так, и вторую штуку вот сюда вот. Блин, хорошо, что я присел возле этого места. Так бы сейчас бы на растяжку как бы наступил бы. И было бобоб. Так, давай берем в руки факел. И крыски. Как ваше ничего? А, ну давай. До побачення. Давай, 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 давай. Ах ты падла! Ах ты падла! Укусила меня. Блин, но это не то, что нам надо. Дай давай, чухни отсюда, алё. Животное. Дай посмотреть. Все, у тебя ничего больше забрать нельзя. Нельзя, да? Так, и сюда я тоже не пролезу, хорошо. Не знаю, стоит ли нам открывать эту дверку. По-моему, кусачками можно это сделать. Так, а ну. Дерни. По-моему, кусачками можно это сделать, да. Все, хорошо. Все, отлично. Давайте берем с вами так аптечку. Блин, ну, по-моему, мы с вами нашли пароль именно от этого, как его, от шкафчика. Да, код от шкафчика 6516, а там, по-моему, было 13 с чем-то там, кого-то там. Так, я уже забыл, куда я хотел идти. Гребаные крысы. Да, и нам скоро нужно будет возвращаться. Потому что... Скоро бензин закончится. Так. А ну, иди сюда. Давай, чухнули. Давай, 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 давай. Что тут, больше у тебя ничего нету? Не, у тебя тут ничего нету. Хорошо. А у тебя? У тебя закрыто. Почему у тебя закрыто? Потому что закрыто. Так. До побочения. Давай, 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 давай. Ах ты. Ах ты. Ага, ага. Значит, я их не трогаю, да? Они мне кусь делают. Склад продуктов. Тут, по-моему, мы тоже с вами были. Тут вроде ничего интересного нету. Ладно, ну ладно. Блин, а мне подхилиться надо. А мне только большая аптечка осталась. И что делаем? Хилимся? Или подождем? Просто, по-моему, когда ты ранен, за тобой бабайка бегает чаще. Чем тебе этого бы хотелось бы. Так, бутылочка. Нет, бутылочка нам не надо. Ага, крыска бежит, да?
Ладно, давайте заюзаем аптечку уже. Не столько, как говорится, важно. И пойдем сходим посмотрим. Все, умничка, да, и бинтик. О, прям на штанину, красавчик. Умничка. Говорится, забинтовал, проверяй. Да, давай, 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 давай. Давай, 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 уходим. Блин, вот эти вот взрывы мне вообще не нравятся. Так, ну тут мы с вами лутали. Тут мы с вами лутали, я помню. Это вроде не то место, которое нам надо. Так, здесь у нас растяжка. Давайте ее обезвредим. Давайте ее обезвредим. Возьмем в руки пехоль. Фонарик. Не знаем. Давайте сходим сначала назад. Посмотрим. Да, тут наверху мы были с вами. Были. Здесь, по-моему, даже что-то оставалось. Ага, вот оно, хорошо. Так, тогда мы берем, вот так делаем. Коник, берем аптечку. Все, тряпочка, большая аптечка. Гранатка, не знаю, надо ли нам гранатка. Блин, ну может пригодится, а может и не пригодится. Ладно, забираем большую аптечку и идемте. Идемте смотреть. Интересно, где оно может быть? Оно может быть как здесь, при, ну, находиться, где-то лежать этот, это тело, так и в другом месте. Угу. Exit. А как думаете, если я сейчас сюда бочку с порохом подвину и взорву, она разломается или нет? Так, а вот замочек. Ага, это, по-моему, мы с вами уже видели, да? Так це було вже, да, як там? Як там было? По-моему, это уже было, или не? Так, давайте открывать. Давайте смотреть. Да, вот эти вот крыски. И мы сюда им не могли были подняться. Хорошо. Так, кто ты? Тут, по-моему, мы... Да. Бочка с этим, как его, с топливом можно набирать в бутылке бесконечно. Но нам столько этого и не надо. Блин, мне домой бы вернуться. Заправить бы этот, как его, генератор. Заправить бы генератор. Было бы хорошо и посмотреть, от какого шкафчика тут пароль был. Так, ну здесь вроде больше ничего нету. Ага, все еще зависаешь, понял, хорошо. Не буду, как говорится, мешать. Зависай. Так, здесь тоже ничего нет. Да, ничего. Ладно, предлагаю тогда возвращаться назад. Так, эту растяжку пока трогать не буду, мало ли, может, пригодится. Тогда предлагаю возвращаться назад, заправить себе этот, как его, двумя канистрами. Давай, 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 давай. Ой-ё, все. А вот это уже конечное, да? Тихо, 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 тихо. Вовремя. Спасибо, игра, спасибо. Спасибо, что у нас так факел так долго горит. Дайте два. Так, идем домой. Идем домой. Чтобы еще вспомнить, куда их, по-моему, сюда. Да, крыски отдыхают. Тут мы были, тут мы были. Блин, а я даже не знаю, где искать. Что тут? Ага, тут мы были.
Тут мы были, тут мы были. Опа, место освободилось. Хорошо. Чашечку. Так, все, чашечку сюда поставим. Поубираем за собой, так сказать. Это что? Это газовая граната. Ладно, может пригодится. Хотя лучше больше бензина нам дали бы. Так, пролах. Отлично. Все. Привет. Давайте мы их немножечко вот так сделаем, чтобы они меня не кусали. Все, и оденем противогаз. Так, есть ли тут что-то? Есть ли тут кто-то? Нет, ничего тут нету. И там тоже. Хорошо, хорошо. Плохо, конечно, но... Ой-ё, все, понял, ухожу, ухожу. Твой подвал. Твои правила, все. Это твой подвал, твои правила. Так, а это да. Это мы правильно идем с вами. Это мы правильно идем. Все, тут закрыть. Тогда нам нужно будет сейчас что сделать с вами. Дай. Сохраниться. Сохраниться, пойти заправиться. Немножечко так, как говорится, подзаправиться. И пойти посмотреть, какой пароль мы с вами нашли. Да, бензин уже на нуле был, видели? Скоро подключился свет, и на нас бы напал бы этот монстр. Падла, кусачий монстр напал бы. Так. У тебя пароля нету, не? Чё ты тут прячешь? Как у тебя дела? Нормально? Самое главное. Ладно, тихо. Побежали. Побежали сохраниться, посмотреть часики у нас, часики. Часики нам не нужны. Так, тогда давайте зайдем посмотрим. Может, тут где-то оно лежит. Вряд ли, конечно, но мало ли. Так, гранатка. Хорошо, хорошо. Так, какой там пароль был? Какой там был пароль? Оклер. 6516. Оклер, Оклер. Кто ты, Оклер? Фортен. Ламбер. Ждель какой-то. Оклер. 6516, да, по-моему? 65. И 16. Чпуньк. Опа. Так, это у нас большая птичка и потрошек. Хорошо. Какая, корица, бесполезная трата была времени на это все. Ну ладно. Давайте зарядим. Не знаю, будем сохраняться, не будем. Идемте, значит, сразу сходим вот сюда. Посмотрим. Может, тут я что-то упустил. Что у нас по поводу гранаток? У нас только газовая, хорошо. Плохо, конечно, но ладно. Так. Бабайка. Ты где? Да, тут мы с вами были. Тут мы с вами кусачки забирали. Так, давайте пройдемся. Посмотрим, что мы тут. Ага, Левиоса. Что мы тут с вами упустили? Может, что-то мы с вами и пропустили. О, аптечка. Аптечка, это хорошо. Так, тут, получается, открываются дверки. Тут открываются дверки. Давайте их откроем все. Что могу сказать? Только вот эту вот дверку мы закроем. Сейчас, для начала. Чтоб нам не забежал никто. Хотя она сюда может пролезть, но ладно. Сделаем вид, что мы с вами спрятались.
Во-во-во-во, бежит уже, падла. Так, вот тут я не помню, ходили ли мы с вами, либо не ходили. По-моему, ходили. Ага, тут даже ничего нету, тут просто тупик. А не, гляди, гранатка есть одна. С помощью которой мы сможем дверку, если что, вскрыть. Так, еще гранатка. Это мясо. Так, по поводу мяса. Мясом, по-моему, можно догонять этих крысок. Так что, ну, мне крыски не нужны. Мне крыски не нужны. Мне нужно сделать, выкинуть так. Взять фонарик и взять баночку топлива. Я думаю, это будет немножечко лучше, чем, к примеру, бегать с гранаткой, потому что без топлива будет все печально. Так, давайте смотреть, не пропустил ли я тут что-то. По-моему, нет. По-моему, нет. Так, что это? Ага, рубочка просто какая-то, да? Так, бонжур. А что у тебя тут есть? О, канистра. Блин, что делать? Что по выкинуть? Ну, если я гранатку в краску кину, это тоже ничего не изменится. А если в руку зажигалку возьму, это того... Ты испугаешься? А ну? Зажигалка, огонь. Понял, тебе все равно. Ладно, тогда знаете, что мы делаем. Мы сейчас с вами берем обычную гранатку. Мы дай сюда. Положим вот туточки. Главное потом не забыть забрать. Берем газовую гранатку. Потому что палочек тут нигде нету, чтобы мы могли с вами сделать этот, как его. Либо кусок мяса. Не знаю. Не, давайте газовую гранатку. А мясо мы не будем пока мясо использовать. Так, побежали. Берем вот так. Берем вот так. Берем в руки фонарик. Где наш фонарик? Вот наш фонарик. И одеваем на себя противогаз. Так, хорошо. Это аптечка. А это... Ага, мы ради аптечки, да, с вами потратили дымовую гранатку и все. Ну и ради стульчика. Окей, окей. Самая, как говорится, бесполезная трата. Гранатки за всю игру. Все, и все равно не хватает места. Так, давайте, наверное, маленькую аптечку мы тут оставим. На всякий пожарный случай, мало ли, вдруг вернемся. Честно, я не знаю, где находится это тело, и я без понятия. I don't know. Так, ну пусть тут дверка будет закрыта. Пусть тут дверка будет закрыта. Тут, по-моему, да, мы были с вами. Тут летающая бутылка. Возвращаемся, значит, назад. Ну все, 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 не кричи. Блин, серия получается ни о чем. Походили, побродили. Ничего не сделали. И 40 минут прошло. Так. А что у нас тут? Кто мне скажет? Кто мне скажет, кто мне напомнит, что у нас тут находится? Кроме прологов самой игры. Так, так, так. Да, 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 ты злой, страшный бабайка, да. Согласен. Так, фотография, канистра, блин. Канистра, мне нужна канистра. Да и аптечки оставлять не хочется. И аптечки оставлять тоже не хочется.
Хоть бы понять бы, где это тело находится. Где то тело находится, хоть бы понять бы. Так, закрыто, да? Ага, а у тебя, а у вас тут нету? Ну, да, тихо, я просто спросить, нету ли у вас тут жетончика? Хорошо, сейчас я вернусь. Сейчас вы меня пошипите, падлы. Так, я тут где-то видел кирпичик, с помощью которого мы с вами сможем разбить дверку, по-моему, если не ошибаюсь. Блин, ты так кипишушь, как будто этим кирпичом хочу тебе голову разбить. Все, успокойся, не кричи. Не кричи, дай-ка мне попробовать открыть эту дверку. Ой, что-то крыски уходят. Что-то крыски уходят. Что-то, как говорится, крыски уходят. Бонжур. Тихо. Ой, а у меня патрошки закончились. У меня закончились патрошки, ага. Испугался, падла, да? Турудун, турудун. Хорошо. Теперь у нас с вами нету патрошков. Только, по-моему, напехали. Но зато мы с вами смогли догнать монстра. Я не знаю, конечно, зачем мы сюда пришли. И что это нам дает, кроме очередной записки? Не могу уснуть. Поздравляю. Что-то только что завыло. Это белочка. Это глюки, крыться, не обращаю внимания. Так. Что мы можем с вами сделать? Что мы сможем с вами выкинуть? А ничего мы с вами не можем выкинуть. Нам все надо. Блин. Ладно. Аптечку, наверное, оставим. Канистру заберем. Давайте смотреть. Здесь, по идее, должны быть потрошки. Ага. Аж 200 штук, не поверите. Так, ладно. Нам, по идее, теперь... Ага, смотри, что я нашел. Смотри, что я нашел. Код какой-то я нашел. Так, а ну иди сюда. Наверное, опять очередная пустая трата времени, да? Так, Левиоса. Давайте берем в руки разводный ключик и открываем. Ну, не стесняйся. Открывай меня полностью. Блин, ну если там будет просто одна банка бензина, я реально, реально расстроюсь. Так, встаем. А это что у нас тут? Это у нас... Ага, карта. Карта сокровищ, да? Так, хорошо. Хорошо, это нам ничего не дало. Зато мы нашли какую-то карту. Отлично. Ладно, идем дальше. Идем дальше. Так, а ну дай сюда. Бонжур. Еще канистра с бензином. Еще канистра с бензином, но у нас, по-моему, нету места с вами. Так, мяско. Мяско. Еще канистра с бензином. Так, а можно без вот этого вот всего? Можно? Можно не? Так, ребят, смотри, что я нашел.
Это ж мы таки можем тебе открыть, да. Чпуник. Хорошо. Давай. Открывай. Загорайся. Ура! Что это? Большая аптечка. Очередная записка. Офицеры бросили нас. Они сбежали от зверя и подорвали выход за собой. С ним был Жульен. Хорошо, с ним был Жульен. Теперь они, ну, наверное, смерть. Все наши дальнейшие страдания будут на их совести. Ну да, ну да. Жульен, Жульен, Жульен. Это я таки повторяю еще раз. Все хорошо. Прогресс сохранен. Ля, да ты шо. Да ты шо, живем. Это, конечно, все хорошо, но мне бы... Мне бы пароль бы найти бы. Так, а где тут мяско лежало? Давайте попробуем мяско кинуть. Крыски, вы будете мяско? Потому что у меня больше... А, гранатка. Вот, тут мяско лежало. Так, давайте возьмем, сделаем, положим пока мы здесь с вами. Так, вот, кинем мяско. Посмотрим, как оно работает. Так. Дан достали библиотеки. А, у вас тут ничего нету. Да. Я так и понял. Так, ребят, я предлагаю на этом, в принципе, не знаю, две аптечки лучше с собой, наверное, носить, чем две канистры. Предлагаю на этом, наверное, и закончить. Здесь как раз хорошо есть сохранение. А в следующей серии мы с вами уже продолжим бродить, ходить, вернется назад. Она будет заправить наш генератор, потому что скоро, чувствую, она отрубится. И когда она отрубится, за нами будет бегать монстр. Так что все, всем... Всем пока-пока, да потом, как говорится, и в следующей серии будет следующая серия. Так что все, всем мур-мур.